успешный тигр, 100 килограмм, поаплодируйте ему за Шевир Хакеев, Кузовский Черепан. Успешный тигр, залезайте в рам. Амашаров Даниев. Правильно? Или ты не Юра лучше, как? Даниев. Ну, не важно, все равно главный узбекский тигр. Зверская машина. Слева! Саня Моряк, звезда чемпионата «Стрелка». Сразу были полные мотивировщики на турнире в Питовом заводе. Сегодня Притал пораньше относился с работы. Это супер тяжелый вес. Итак, спортсмены на середину. Парни, вес тяжелый, деремся внимательно и активно. И до конца. Времени нет, судей нет. И только время решит, кто из вас победитель. Пожмите друг другу руки по углам. Готов? Готов? Мы поехали! Аня, поехали! Супер тяжелый вес! Руки повыше, подними. Осторожно, Саша. Нет, тяни, 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 оттяни, Саша, оттяни его! Бежи, бежи, Саня! Масти, масти его! Канаты, канат не лежает рукой! Активнее! Давай, Саня, подъем! Парни, давай, давай на дистанции, держи, держи дистанцию! Давай, давай, встречаем! Поехали! Дистанцию встречаем! Дистанцию держи! Все нормально! Не лети, не лети! Не лети на него! Давай, я все! Я все! Держи руку, вторую! Держи, держи! Осторожно, не лети на него, встречай! Внимание на центр! Встречай! Бой продолжай! Спокойненько, встречай! Он встал! Спокойно, спокойно, рука! На ручку! Где, блядь? Ноги, 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 Саня! Оттяни ноги! Ноги оттяни! Вот, вот, вот! Вот! Спортсмены на середину. Что, войдет процесс, на следующем турнире покажет класс. И в этом поединке удушающим приемом победу одержал спортсмен слева от меня. Идите. Поблагодари. Пару слов отдыхал, отдышался. Спасибо, организаторы. Которые меня пригласили уже второй раз сюда. И спасибо моему отцу, который меня тренировал здесь, что он сейчас здесь присутствует. Добрый парень, дорогие друзья! Понятно. Дай мне поток попали, пускай скажет пару слов, я тогда тоже твой поток. Да, я думал другую. Спасибо всем. Сын у вас пошел, похож. У вас так много, там что-то непонятно, братья, родственники. Хороший бой, как всегда, борьба подвела. Ничего, поднатаскаемся. И вперед. Главное есть к чему стремиться. Вот. Если всегда все гладко, тоже не очень хорошо. Вот. Аплодируем ребятам! Следующая пара в рейд.